Завершающий спикер нашего митапа Никита Богданов, который в понедельник запустил новый проект Whisper и расскажет, как легко создавать видеоконтент для ваших смартапов. Всем привет! Меня зовут Никита Богданов, и я продакт-оунер команды виртуальных персонажей. Я думаю, все вы хорошо знаете, что наши ассистенты живут на поверхностях с экраном. И это на самом деле важно не только для того, чтобы... Поэтому важно не только контент, но и форма его подачи. А какая форма подачи самая простая? Это видео. Именно поэтому вам сложно создавать новые видео. Нужно большое количество операторов, монтажеров, дизайнеров, продакшена, которые требуют много денег и времени. Но мы придумали, как решить эту проблему. Именно поэтому 26 апреля мы запустили сервис Whisper в открытое бета-тестирование. Но я не буду о нем рассказывать, я просто включу видео, и вы посмотрите сами. Привет! Я виртуальный ассистент. Я помогаю создавать ролики для блогов и обучающих курсов. Мы можем генерировать речь разными голосами. Иногда нужно быть несколько построже. А иногда радоваться каждому слову, как в детстве. Порой мы хотим пообщаться с мягким и понимающим собеседником. Или услышать строгую, но справедливую критику. А может, встретить кого-то, на кого точно можно положиться. И тогда все дела будут сданы в срок и завершены успешно. В качестве основы для обучающего видео возьмем самую обычную презентацию. Выберем персонажа, который будет ее презентовать. Настроим параметры сцены и применим их сразу ко всем слайдам. Введем текст, который персонаж будет говорить. Можно заставить персонажа жестикулировать в указанном месте текста. С помощью предпросмотра выберем подходящий жест и перетащим его в текст. Добавим речь персонажа и в остальные слайды. Здесь мы также оживим ее жестами. При необходимости на отдельных слайдах сцену можно перенастроить. Вот и все. Осталось дождаться, пока сгенерируется готовое видео. Спасибо, что смотрите это сгенерированное обучающее видео. В этом видео вы узнаете, как создавать презентации, приводящие к успеху. Опросы показали, что 70% сотрудников желают уметь хорошо презентовать сложные идеи. При этом лишь 55% опрошенных смогли назвать программное обеспечение, используемое для создания презентаций. А тех, кто занимается презентациями профессионально и регулярно, в нашем банке и вовсе лишь 0,3%. Новички часто допускают ошибки, помещают на слайды чересчур много текста, который сложно воспринять. Вносят несогласованные с дизайнерами правки в шаблон презентации. Используют много неуместных анимационных переходов между слайдами. Оставляют в текстах ошибки и опечатки, которые потом бросаются в глаза. Без навыка создания грамотных презентаций сегодня невозможно представить хорошего профессионала, такого, который должен работать в нашем банке. Поэтому освоение и регулярное поддержание этого навыка нужно всем сотрудникам. Спасибо за внимание и до встречи. Желаю счастья, здоровья, богатства и благополучия вам и всем вашим близким.
Visper helps to create video blogs, presentations, training videos quickly. Уже сейчас, если вы смотрели на наш навык новости на Сбербоксе или Сберпортале, то вы могли видеть то, что каждый новостной выпуск снабжен виртуальной ведущей Еленой. Мы получаем на самом деле новости в текстовом формате. После этого мы их автоматически превращаем в видео. И это открывает перед нами возможность создания нового рода СМИ. СМИ, в котором видео-новости персонализируются и персонализируются на лету. Но пока мы только к этому движемся. Ранее такой тип продуктов был просто невозможен без технологий виртуальных персонажей. Ну а если говорить про то, как можно уже сейчас использовать нашу платформу для вас в ваших смартапах, то вы можете сделать, например, обучающий смартап. Ведь создать какую-нибудь лекцию можно всего в несколько кликов в нашем интерфейсе. Заходите на наш сервис whisper.tech. Мы запустили открытое бета-тестирование, и для нас крайне важен ваш фидбэк. Ведь мы делаем продукт для вас. И поэтому, если вы начнете нам как можно больше и подробнее рассказывать, как именно вы можете использовать нашу технологию в своих смартапах, тем лучше мы сможем сделать сервис для вас. Вы это можете сделать, например, зайдя к нам на лендинг и найдя там чат поддержки, или написав в телеграм-канал, общий для всех смартапов, для всего смарт-маркета с хэштегом Whisper IDS. Ну все, теперь вы знаете, как просто пользоваться нашей платформой. И еще раз приглашаю вас посетить ее whisper.tech и написать свой фидбэк. Спасибо. Никита, скажи, пожалуйста, у нас еще будут персонажи? А то Лени не одиноко в этой жизни? Конечно, будут. Мы сейчас активно работаем над том, чтобы расширить нашу линейку персонажей. И на самом деле они будут не только двухмерные нейросетевые, как они сейчас, но и трехмерные в том числе. Я вот особенно жду трехмерных персонажей, и это большая тайна, почему. Следите, пожалуйста, за Виспером, и потом пишите в наше сообщество про 3D-персонажей. А я жду, на самом деле, возможности, когда можно будет свое изображение то загрузить и, например, вместо себя на презентацию выставить своего аватара виртуального. И хочется в связи с этим узнать, как программист, а будет ли ко всему этому богатому и красивому сервису API, и можно ли будет это все генерировать просто по запросу? Да, конечно. Мы работаем над тем, чтобы предоставить API разработчикам. Я не буду говорить конкретную дату, когда мы это готовы сделать, но мы над этим работаем. И в том числе, если есть какие-то пожелания у сообщества в том, что они хотят видеть в этом API, мы будем рады их рассмотреть и постараемся сделать то, что сможем. Круто. Вообще, Виспер — уникальная история для рынка. Мне кажется, воспринято с вау-эффектом точно. И фидбэк сейчас особенно важен, потому что это первая версия из разряда продукта для внешнего рынка. Никита будет рассматривать как продукт-онер все ваши идеи, фичи, а также, возможно, баги отыщите. Приходите. Thank you.